Здоровенькие были подписчики Мопеда Раритетовича, с вами снова Илья Механик, и сегодняшний выпуск будет посвящен Стелла Челленджу и, в общем-то, моей оранжевой Стелле 136-02, по-моему, если память не изменяет, по индексу. Итак, коммутатор сейчас на ней стоит 85-го года, это год 78-го года, по памяти, снятый с верховины 7. То, что был предварительно коммутатор, что увидишь в предыдущих выпусках, он сейчас рассыпан на атомы, будет перепаяться на новые компоненты. Там, по-моему, даже новую плату сделаем. Доработан был карбюратор до конца. В частности, был запаян вот этот вот жиклер, это другой карбюратор, еще один. Фокус, конечно, не может навестись. Во, видно. И просверлен сверлышком 0,5. Также по советам на Вагнерленде, винт качества я утром метчиком дорезал еще буквально там 1,5-2 миллиметра, я уже не помню, по-моему 2. CC было 7 миллиметров. Вот это вот расстояние между основанием и краешком винтика уже теперь 5 стало, то есть аккуратненько дорезал, вытряхнул всю труху, и родной карп встал на свое законное место. Честно признаюсь, мы сейчас проехали, запустили, в общем-то, мопед не узнать, как по мне. То есть отклик вообще шикарный на ручку газа. Сейчас попробую пыхнуть его. Так, по свету. Вырывающийся провод был немножко доработан, пока колхозная, но потом облагородим, ближе к состязанию. О, вот это вот рубашка газа. Ага, ее мы привяжем хомутиком и стяжечкой. Фильтры, я думаю, увидели. Запуск просто шикарный. И, ну, отклик на газ мне понравился. Во-первых, у нас коммутатор теперь не режет все дела, но, как помнится, это коммутатор с маркировкой 251. Их сняли с производства из-за какого-то дефекта, там знатоки мне подскажут, либо я сам найду, уже допишу в посте. Ну а так, обкатываем мотор и готовимся дальше. Нам осталось немного колодки сделать по методике дедушки Вагнера, приварить этот упор несчастный, подшипники перебрать, ну в общем, мелочевка. И в конце марта, начало апреля стартуем, так что шоу продолжается. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.